начальный срок в 2009 году, который был запланирован, это июнь 2011 года. Да. Сегодня... Значит, прошел июнь 2019, сейчас у нас февраль 2013. Да. Какая гарантия, какие, что в, когда вы сказали, в июле 2013? В июле 100% строительная готовность, в сентябре 2013 года акт ввода в эксплуатацию. Бумажная работа еще, так сказать. То есть задержка с окончательным вводом на 2 с лишним года? Да. 2 года. А с чем это связано? Связано с неисполнением предыдущими исполнителями. А кто предыдущий исполнитель? Предыдущий исполнитель, собственник Красной Поляны, Красное юридическое лицо, осталось то же самое. А кто это? Был товарищ Билалов. Ну, товарищ Билалов, он чем сейчас занимается? Сейчас курортами Северного Кавказа. Молодец, а чем еще? Не знаю больше, так сказать. Где у нас Билалов работает? Вице-президент Олимпийского комитета. Это у нас вице-президент? И вице-президент Олимпийского комитета страны занимается вот такой стройкой и так стаскивает ее по кругу. Своя компания какая-то строительная. Удорожание объекта есть или нет? Да, удорожание тоже есть серьезное, но оно, поскольку строится за счет собственных средств, то в данном случае... Собственных средств кого? Собственных средств Красной Поляны и заемных. Понятно, что мы кредитуем за счет ВЭБа, так сказать. Красная Поляна кто акционер? Сегодня с мая месяца, да, мы приехали? С мая месяца, так сказать, да, теперь Сбербанк. Значит, за счет Сбербанка в значительной степени. В значительной степени. И это значит... удорожание оплачивается Сбербанком. Ну да, сегодня Сбербанком и ВЭБ. На сколько? Стоимость этого всего комплекса 8 миллиардов. Нет, удорожание на сколько, спрашиваю? Его даже трудно, ну, там первоначальные сроки, когда нам, помните, у нас, когда принимали решение о предоставлении кредита. Ну, примерно, ВЭБ, можете, да, сказать. Было 1,2 миллиарда стоил. Да. Вот, сегодня стало 8. Из 1,2 миллиарда превратилось 8 миллиардов. Да. Молодцы. Ну, да. Хорошо работаете. Ну, пойдем дальше.